Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдий. Сегодня у нас будет спецоперация, как обычно, топ оф попо. Почему, думаю, многие знают уже. Попробуем сегодня потестировать нашу Фрейю. Вот такую вот нашего нового новой прокачки ворожая. Огнекрыла. Ну, в принципе, тут можно ему снять, поставить оживу, будет более актуален. Так, ну что у нас тут еще есть? Накрас вот такой вот. То есть, в принципе, нормально. Сейчас мы поставим только питомца какого-то. Так, есть. Бигфут с исцелением, ремка. Ну, это ненормальный вариант, но, в принципе, нам должно крутить. Ну и Анубис для того, чтобы убрать юнитов и прочую дичь. Правда, его лучше с ремки, но мы будем его использовать как приманку. Так, поехали. 404. Понятно. Все, поехали. Начинаем спецоперацию топ оф попо. Так, кидаем первой Фрейю. Дальше пробуем. Ничего себе. Ну ничего себе. Жестко-жестко там, конечно, нас. Ай-яй-яй, Фрейю слили. Обидно. Обидно, обидно, однако. Значит, попробуем вот так вот. Раз. Два. И ворожай в конце будет подхиливать. Ну, нам самое главное, чтобы у нас сейчас... Так, стрелка мы убрали. Че, все что ли? Извините, ребята. Операция топа в попу. Сегодня у нас очень быстрая. Я думал, тут будет какой-то трэш. Вот так вот, вот такие вот у нас топы, тут ничего не поделаешь. Что на Китае, что здесь. Просто развлекаться можно. Такая вот битва гильдии уже. Ну, самое главное, что мы сделали самую главную цель сегодня. Операция топа в попу удалась. Дальше мы идем в гости к монашкам. Так, что у нас в монашек? Неудачник. Стрелок внизу, Фрейя внизу, в принципе, нормально. 50% не должны набрать. Заодно ликвидируем сейчас сразу же стрелка. И Фрейя сейчас должна подойти. Так, все, стрелок убрали. Дальше у нас остается ворожай. Ворожай, как видите, мы тоже убрали. То есть это вариант, какой вы видите сейчас, вообще офигенный тем, что если у вас... На базе у противника есть Фрейя. Вы просто тупо ее заряжаете. А вашему ворожаю вот священным огнем просто пофиг. Вот мы просто себе по чуть-чуть уверенно начинаем. Ух ты, ничего себе. Офнуло моего огнекрыла. Жесткая подлюка. Однако. Ну это в принципе это не беда. Мы можем... Видите, 9% всего лишь базы снесли. Можно также огнекрыло выпустить. Говорю, огнекрыло выпустить Некроса. Он дополнительно будет наносить. И Бигфута. И вот все они вместе сейчас просто тупо зависнут. Ну и уже дальше трешуем полным ходом. А прикиньте, сейчас так херась 50%. Вот все, она подошла еще ближе. Иди сюда. Сюда иди. Вот почему нельзя ставить Фрейю на деф. Потому что если будет какой-то герой, который будет ее все время активировать, она будет выпускать. Тут можно было
просто какими-то питомцами зависнуть. То есть в этом вся проблема Фрей. Атлант тоже самое. То есть вариантов пройти битву Гильдии сейчас вообще очень много. Она просто зависает того же самого Огнекрыла, либо Фрею вражескую, ее вертолетики и все. И битва Гильдии вообще просто уже на сегодня неинтересна, не актуальна. Любая расстановка приходится, вообще любая. Надо только иметь некоторых героев, вариантов очень много. Че, поехали ко второй монашке в гости. Так, тут у нас они стоят все вместе, тоже очень, кстати, интересный вариант. Но тут опять же у нас есть Фрея и есть Огнекрыл. Начинаем с Фреи, выпускаем Огнекрыла и кидаем. Так, Фрею, ладно, начнем, значит, с Огнекрыла. Как видите, у такой Фреи очень мало жизни, поэтому ее очень быстро шатают. Поэтому лучше ее все-таки второй выпускать. Тут вариантов очень много. Тут можно просто сбоку зайти. Не обязательно пробираться в центр. А тут, конечно, кстати, опасно. Можно набить много процентов сейчас сразу. Они все кучно стоят. Видите, что сделалось? Тут лучше их по сторонам просто сейчас кинуть, чтобы не активировать сразу же. Кидаем тут Огнекрыла. Тут кидаем Фрею, тут кидаем Ворожея. И сейчас смотрим, по ком мы будем попадать. Так, сначала мы Анубиса бьем, да? Вот, кстати, интересная, очень интересная расстановка. Все, конечно, зависит от того, кто где сейчас будет. Вот на ней можно слиться. И это вполне реально. Ну, не для меня, к сожалению. Так, как не крыл, там ожил. Но, как видите, Фрея слилась. Ух ты, ух ты. Ничего себе. Ну, ничего себе. Ну, Огнекрыл ничего не может сделать. Он просто тупо миссает. А, это Товчих. Классно, нормальный, кстати, пацан. Ну, ничего не спасает. Абсолютно ничего. Поехали к следующей монашке. Что тут у нас? Фрея есть. Вообще Фрея с краю стоит. Да, это вообще огонь. Еще и можно даже так вот сделать. И все, и вы себе стоите и трешуете, и ждете момента, когда ваш Огнекрыл сейчас зарядится. Ну, вы че? Эй, ты куда пошел? Вот смотрите, что моя Фрея. Вот моего Огнекрыла, в принципе, Фрея слила. С плюшки причем слила. Но он у меня жил. Благодаря тому, что на нем стоит. Вот опять слился. Вот сволочи. Ты посмотри, какие сволочи. О, короче, вот так вот, ребят. Вот такие у нас битвы гильдии уже. Абсолютно неинтересные. Какие бы там у вас ни были. Ух ты, ух ты, ух ты, ничего себе. Да вы посмотрите на этого Огнекрыла. Это просто огонь. Что он сделал? О май гад. О май гад. А нихера он не сделал. Ну слил он моих, и что дальше? Вот так вот, короче. Уже развлекаюсь как могу на каждой битве гильдии. Так, есть. Поехали дальше. Что там, последняя, четвертая монашка у нас на сегодня. Так, где Фрея стоит? А, Фреи нету. Вот так вот. Замок вверху, значит, будем заходить через Огнекрыла пробовать. Фрея этот... Попробуем Ворожея сюда кинуть на подхил. Тут опять же, видите, тоже. Да, лучше не отсюда заходить. Нормально дамажит, сволочь. Попробовать наверху зайти, что ли. Можно, в принципе, наверху не пробовать. Этого запустим отсюда, этого отсюда. Этого оттуда. Юниты выбежали, все отлично. Сносим сначала его. Так,
Этого уже слили. Эй! Ты куда пошел? Вот сволочь. Ладно. Не буду заморачиваться, просто выпущу сейчас всех вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Пусть себе там развлекаются в толпе, не знаю. Ну, все. Какая бы у вас ни была расстановка, какие герои, просто выпускаете все герои вместе, и на этом вся битва гильдии просто заканчивается. Огнекрыл там один однозначно ничего не сделает. То есть уже дошло до того, что просто выпускаешь всех вместе и проходишь полностью всех. 5291, я не знаю, это, по-моему, мой новый рекорд или нет. Надо посмотреть будет. Ну, в общем, вот такая у нас сегодня была операция топа в попа и поход к монашкам. Я вам показал, что Фрейя тащит, Огнекрыл тащит, даете им только немножко подхила, и любая расстановка проходится. Правда, Огнекрыл не есть у всех, Фрейя тоже не у всех, но у большинства есть. Ну, вариантов очень много есть, я уже так чисто по приколу пришел. Мне интересная битва гильдии уже, я уже не знаю, что на ней делать, как кем проходить. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Некроса. Всем пока.